Пенсия – это не повод сидеть дома. Именно по такому принципу живут активные ивановские ветераны. С уходом на заслуженный отдых их общественная жизнь заиграла новыми красками. Мэр Вячеслав Сверчков посетил расширенное заседание актива объединения первичных ветеранских организаций Октябрьского района города Иваново. Сегодня вот в ветеранскую организацию входит около 3000 человек, поэтому это представители практически всех домов, всех микрорайонов. И мы сегодня благодарны им за ту инициативу, которую они сегодня проявляют, потому что, я скажу, это и касается вопросов и ЖКХ, и вопросов, значит, воспитания молодежи, да, они участвуют во многих мероприятиях в детских садах, в школах, поэтому мы всегда их просьбы внимательно изучаем и, конечно, помогаем. Это собрание для ветеранов знаковое, ведь они подводят итоги своей работы за 4 года. По сути, общественная организация решать проблемы не уполномочена, зато они всегда могут помочь советам, подсказать выход из сложной ситуации. Бывшие медики, коммунальщики, работники сферы образования и культуры. Каждый готов протянуть руку помощи. У нас очень опытные люди есть, те ветераны, которые давно уже в ветеранском движении находятся. И они, конечно, помогают и советам, и где-то даже и практическим делом. То есть мы вот сообщаем номера телефонов, куда можно обратиться, какие комиссии работают в городском совете, какие мероприятия проводятся по плану городского совета ветеранов. Планы работы на следующий год уже намечены. Ветераны начали подготовку к празднованию 70-летия Великой Победы. Для них это главное мероприятие 2015 года. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.